Этот двор на улице Чапаевской теперь излюбленное место отдыха жителей. Олег Ефремов поселился здесь в 1994 году, а вспомнить может только разбитые проезды, отсутствие газонов и мест для прогулок. Узнав о федеральной программе формирования комфортной городской среды, вместе с другими активистами решил составить проект будущего двора и подать заявку на участие. После того, как мы вступили в эту программу, мы поняли, что можно все-таки сделать красиво. А здесь раньше, ну, была грязь. Двор был не обустроенный. То, что пару месяцев назад казалось нереальным, сейчас можно созерцать. Аварийные деревья спилили, асфальт поменяли, детскую площадку построили. Есть предложение дооснастить ее, установить турники. У нас дети, однозначные подростки, должны заниматься спортом. И раньше, если мы вспомним, да, они турники стояли в каждом дворе. Местные жители принимали участие на каждом этапе благоустройства двора, и все их замечания в итоге были учтены. Много раз мы высказывали свои недочеты подрядчикам, да, они вовремя, я считаю, что довольно-таки качественно эти недочеты устранили. Ну вот мы видим, что площадка уже эксплуатируется, как жители говорят, со школы соседних дворов люди приходят, то есть она пользуется популярностью, значит, это мы делали как минимум не зря. В этом году в районе преобразились 4 двора. В них были заменены освещение, уложены газоны, установлены детские площадки. По словам местных властей, благоустройство в районе продолжится. И инициативные жители смогут получить обновленные территории в следующем году. Мэр Елчан, Максим Гусев, события.